Мы с вами находимся в выставочном зале. Выставки у нас меняются, но есть интересные такие предметы, которые мы показываем каждому посетителю. Когда-то город Верья был один из крупнейших городов Московской губернии. Сейчас этот самый малочисленный город Московской области. Но Верья была также в конце 70-х, 80-х годов знаменита джинсами, так как на Верейской швейной фабрике шились первые джинсы в Советском Союзе. На выставках, в экспозиции мы также показываем джинсовый костюм Верейской швейной фабрики. Вот с такой эмблемой, где было написано «Джинсы Верея». Джинсы продавались в ГУМе, в ЦУМе. Ну и со временем также и появлялись вот такие ремни, где латиницей также было написано «Верея». А также в нашем музее можно увидеть некоторые интересные экспонаты. Например, вот утюг с изображением известного писателя Льва Николаевича Толстого на подувале. В нашем музее вы также можете увидеть интересные картины, сделанные из семян. Семена, крупа, косточки, семечки, ракушки, стекло – все используется для таких вот интересных работ. В нашем городе эту мозаику придумала Зинаида Тимофеевна Корина своей дочерью Галиной. Ну и теоретически, конечно, все очень просто. Рисуются эскизы, наклей, ПВА, приклеиваются уже раскрашенные семена. Ну, а в музее вы как раз можете увидеть картины и Зинаиды Тимофеевны Кореневой, ее дочери, ну и, конечно, племянник Зинаиды Тимофеевны, Юрий Комаровский, также увлекся и делает картины из семян. Их также можно увидеть в нашем музее. А город Верья очень живописный, уютный городок, и поэтому он располагает к творчеству, поэтому в нашем городе очень много талантливых художников. В данный момент в нашем музее проходит выставка нашей местной художницы Ирины Николаевны Коробковой.